Состав. Давайте попробуем, ребят. Клайд Дрекслер, Доминик Уилкинс и Макси Бокс. Доминик не в лучшей форме. Не лучший Доминик, но Доминик это и есть Доминик. Макси Бокс это просто фановый игрок такой. Карамелло. Hello. И у него играет Кевин Макхейл. Здравствуй, Кевин. Против Макси Бокса. А будет смешно, если им придется друг друга держать. Но я думаю, что Макси Бокс все-таки Себастьяна будет держать. Давайте домашний матч, пожалуйста. Ой. Home court, please. Нет, к сожалению, нет. Макси Бокс подбор. Бум! Это Клайд Дрекслер, друзья. Это Клайдушка мой. Мой Клайд Дрекслер. Так, и кто у меня там есть вообще? Макхейл трешки не кидает. Энто непонятно. Телфер трехи не кидает. Бокс кидает. Уилкинс чего у него? Мид хороший. Трешки, ну вообще никакие, конечно. Бум! Найс. Ух! Это Уилкинс. Это Уилкинс. Нига. Окей. Макси тащит, ребят, все по очереди давайте. Давайте все по очереди забивать. Это будет красиво, да? Да, да? Карамелло бомбанул что-то как-то. Ну, не знаю, он обычно редко такую фигню забивает. Средние-то кидают через раз его штрешки. Попробуем, наверное, этот самый постфейдовый какой-нибудь кинуть, нет? Макси? Макси точен! Макси Бокс рулит, ребят! Макси Бокс! Самый маленький игрок НБА! Эвер! Уху! Не, вы верите в это, ребят? Вы верите, что Клайд Дрекслер мог такую штуку вообще... Каким-то образом он не взял мяч. Вау! Это мне нравится. Это реализм называется. Этим парням открытые с мида можно кидать экселенты хоть вообще, хоть каждый раз. 90% буду кидать, точно вам говорю, открытых. Мани! Это же наш малыш. Макси Бокс. Сегодня малыш в ударе, однозначно, да. Очень хороший малыш. Кидай Макхейлом. Чего тебе мешает? Черт. Фига себе развернулся-то. Вау. Просто какая-то игра невероятно красивая по количеству экселентов именно.
Ух ты, не-не-не-не-не-не! Макси Бокс на подборе, как всегда. Это же его тема. И не попадает. Слушайте, ну как так? Ну вот мяч предательски выкатился просто. Вау! Мэла два раза подряд трехи из двух? Да вы шутите, это, ну это не свойственно ему вообще абсолютно. Я не знаю, как он это делал. Ух ты, и не попадает Уилкинс сверху. Да, реализм, конечно. Это он же каждый раз промахивался, на самом деле, по кольцу, когда сверху кидал. Скайдарк, привет. И Дрекслер не попадает с мида при идеальном тайминге. Что с ним случилось, интересно, не понимаю. Как такое может быть? Бронзовый бомж Уилкинсу в лицо. Да, реализм, конечно, вообще зашкаливающий просто. Я не знаю, вот можно представлять и проиграть эту игру. Вот если он будет так забивать, то это реально вполне проиграть. Потому что, ну это чушь какая-то собачья. Какой-то бомж вообще непонятный подбирает, то есть забивает вообще какую-то ерунду просто. Макси Бокс! Не попадает один из-под кольца. Никто не было никакого сопротивления абсолютно. И он промахивается. При этом горит. Обратите внимание, пожар у него вообще какой-то там лютый идет. Есть! Дрекслер молодец. Дрекслер неплохо дебютирует. На самом деле. Это плохо. Наш мяч. Дрекслер! Есть! Разыграли хорошо с Макси Боксом. Комбинашку. Рондо золотым стал. А чё, был каким? Хорошо. Молодец, Макси Бокс. Букс! Эта игра, это просто цирк какой-то. Ой, отлично просто, вообще молодец. Красава. Макси Бокс, третий подбор. Феноменальный результат. И Клайдушка есть. Клайдушка. Клайд за Глайд. Где-то фак Арахи. Бич. И не попадает третий бросок от мелкого. Нет, не точен. Вау, вот это да, Карамелло. Нагибелло. Ой, ребятушки, хорошо, как хорошо играют, а? Мне прям нравится вообще, как у них все гладко получается. Если бы еще не какой-то там непонятный чизовый бронзовый игрок, который забивает там через всех. Было бы вообще великолепно. Ну почему ты Макси Бокс не подобрал? Я не понимаю, лучший на подборах игрок Гантлета и не подбирает вообще. Как так-то? Охладили, парни, охладили, охладили. Зря ты не кидаешь, чувак. Спасибо. Вах, красава, да? Макси Бокс, молодец, ребят. Макси красавчик.
Сегодня что-то все игры прям гантрите на заглядение вообще. Скучных игр практически не было, по-моему, да, ребят? Вообще скучных игр, и редко такое бывает, что в гантрите прям вообще все шоколадно. Глайд за глайд. Он сейчас будет точно кидать одни трехи карамельным. Тут понятно все, без слов. Запускаешь, что ли, болит какой-то он или что? Ох, класс, ребят, вот это бросок. Вы видели, какой красивый, а? Я думаю, что те, кто на премиуме смотрит, точно оценил всю красоту. Как он из одной руки в другую переложил мяч, это просто эпик. Это просто эпик эпиков. Я буду ждать, пока ты будешь кидать треху. Я не буду ничего делать. И... ох, еще красава. Ну, отлично. Вот. Сегодня хорошо поиграли, да, ведь? Прям суперская вообще. О, хорошо. Посмотрите, вот это вот очень интересно. 4 из 9 трешек, это для него много. Клайд Дрекслер, 10 из 12. 2 из 3 трехочковых. Вау. Финиш просто. Макси Бокс, 3 из 6 и 2 из 3 трехочковых. Уилкинс как хорошо сыграл. Прям, ребятушки, молодцы.